Старший брат Мухаммад Мусал Дибиров. Да, ну, по-моему... Ой, и вот гол! Забивает Аляком Тумада. Также брат Исал Дибиров поворотом пробивал. Но там была подставлена нога. Кто же ее подставлял? По-моему, Али Магомедов. Если не ошибаюсь, это автогол. Да, не просто вот так вот сразу взять и перейти от обороны к атаке. Только вот такой вот передачей. Молодец, Курбан Магомедов. Классно отборолся. Дубухов. С мячом Алиасхаб Дубухов. Передача. Ворота пустые. Забивает ему. Голевая передача Алиасхаба Дубухова и Курбан Магомедов. Посерьезнее отнесись к своей профессиональной карьере. Очень серьезные у него задатки, и он, я уверен, не затеряется. В атаке Дакомп. Ибрагимов. Нет, это 22-й номер команды. Дакомп Цумада. Гаджимурад Исалдибиров. Класс. Ну, сейчас уже можно сказать о том, что... Ой-ой-ой, Кадим Агамедов. Удар поворотом. Справляет. Беляус ничуть не хуже, да, того, кто, который сейчас в воротах, да. Два равных очень сильно вратаря. Здесь Дубухов разбегается, может пробить удар. Вот так, конечно же, пробивать после. Ямалдинов. Удар по воротам. Отобрали у него мяч. Кадим Агамедов с Казиев на месте. Ну что, последняя пятиминутка приближается. И надеюсь, что выдадут команды жаркую концовку. Салимов. Вот так вот. Подача. Курбан Магомедов выигрывает борьбу. Ой, какой эпизод. Ну и просто красавец сейчас голкипер. Ну и Дубухов поворотовый через центр пытается развить эту атаку. Рамазан. Еще один разворот. Ой, вновь удачно. Ибрагимов, передача. Забивать надо. Еще один удар будет. Нет, ну вот Кадим Агамедов, конечно, момент сейчас упутат. Вы можете со мной не согласиться, конечно же.